Привет! Спустя 3 года большой покер снова вернулся в Минск. С 15 по 24 июня пройдет Russian Poker Tour при поддержке онлайн-партнера PokerDom.com. Мы находимся в концерт-холле Катон, где совсем скоро и будет проходить Russian Poker Tour. В течение 10 дней игроков ожидают множество турниров с разнообразными боинами, начиная от 50 условных единиц и заканчивая 2000. Главное событие Russian Poker Tour пройдет с боином 550 условных единиц. Боины и призовые будут выдаваться в национальной валюте. На протяжении всего турнира здесь будут работать обменные пункты. С 15 по 24 июня на территории казино «Эмир» будет находиться кэш-зона, которая будет работать круглосуточно. Онлайн-партнер PokerDom.com проводит онлайн-сателлиты, в которых будут гарантированы как минимум 50 билетов на главное событие Russian Poker Tour. В караоке-клубе «Картет» можно выпить по коктейлю и, конечно же, спеть свои любимые песни. Гостиница «Беларусь» предлагает специальные цены для участников турнира во время проведения серий. Красивый, уютный, чистый, светлый город. Здесь сплошная зелень кругом, и Минск — это место, в которое приезжают потусить и отдохнуть. А все почему? Потому что в Минске просто очень большой. Очень много красивых девушек в Минске. По Минску можно гулять по паркам через весь город, практически не выходя из них. Красота, благодать, умиротворение. Это все Минск. За моральное здоровье нации. За моральное здоровье нации. Зацени, здесь реальные пацаны. Троицкое предместье, исторический центр Минска на берегу реки Свислочь. Здесь вы можете найти массу кафе, баров и других прелестей жизни. Можно выпить чаю, а можно отведать божественной белорусской пищи. Драники, колдуны, мочанка, а также алкогольные напитки собственного производства. Белорусская лимончелло, хреновуха и самая известная крамбамбуля. Кстати, в Минске запрещено распитие спиртных напитков и курение в общественных местах. Оштрафуют. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что буду. Кафе «Монако» находится в 5 минутах ходьбы от гостиницы «Беларусь». Здесь можно попробовать не только вот такие кулинарные шедевры национальной кухни, также спеть караоке. Но это самые вкусные драники на планете. I'm just simple Russian girl. Just a simple Russian girl. Хорошо пошло. Кстати, водка по-белорусски. Горелка. Cause I'm happy. Площадь Независимости – одна из самых больших площадей в Европе. Кстати, под нами, 3 этажа вниз, находится торговый центр столицы. В Минске валюту можно поменять практически везде. Обменные пункты находятся в магазинах, супермаркетах, иногда даже на улицах. И, что интересно, у нас не взимается процент от обмена. Кстати, в Беларуси нет монет. Все деньги представлены бумажными купюрами. И самая маленькая из них – 50 рублей. В Беларуси 3 телефонных оператора – Вилком, Лайф, МТС. Вы можете приобрести гостевые тарифы, но для этого вам понадобится паспорт. Не забудьте. У
улица, которую действительно следует посетить, это улица Карла Маркса. На этой улице располагается много маленьких уютных кафешек. Классный бар. Немига – одна из самых старых улиц нашего города. По всей протяженности этой улицы вы можете найти огромное количество кафе, развлекательных заведений, кучу просторных торговых центров. Вот, например, караоке-клуб. Бистро Делюкс. От Немиги в сторону проспекта проходит улица Комсомольская. Еще одно место, где можно покушать в тишине и покое, вдали от суеты. Йоп, суши. В Беларуси принято соблюдать правила дорожного движения. Именно поэтому все пешеходы здесь терпеливо стоят и ждут, пока загорится зеленый. После войны Минск отстраивали заново, и он планировался как идеальный город. Именно поэтому у нас такие широкие проспекты и улицы. Если будет жарко, в центре города есть пожарка. Пожарное депо, которое было построено в 19 веке. Ему более 120 лет, а оно до сих пор действует. Внимание! Очень важная информация. Повторяю один раз. В шаговой доступности от гостиницы «Беларусь» в парке Победы на берегу Комсомольского озера расположилось кафе «Грин Парк». Аналогов подобного заведения в Минске пока что еще нет. Здесь готовят отличные стейки, играют прекрасные диджеи. Также вы можете погреться у камина или покурить кальян.